заднем фоне, общается с девушкой. Джонас из Дании, он представляет компанию Arla Foods, они занимаются молочными продуктами. У него очень интересный профиль на LinkedIn, и он сегодня рассказывал про будущее во внутренних коммуникациях, про инструменты и о том, что нельзя игнорировать активное развитие технологий в интернете, потому что оно буквально через несколько лет обязательно придет в интранет. Конечно, одним из таких интересных направлений является Digital Workplace, потом чат-боты, распознавание голоса, а несколько других инструментов, о которых я обязательно потом поделюсь в посте. У него очень классный пост, кстати, на LinkedIn про канал коммуникации. Рекомендую заглянуть и добавить себе в избранное.